Более 10 лет на рынке. ООО «Элма Электроникс» занимается комплексными поставками электронных компонентов, импортные электронные компоненты, приборы и инструменты для разработки, производства, сервиса и ремонта современной электронной техники и многое другое. Мы работаем с самыми крупными производственными предприятиями России, поставляем электрическую продукцию, также разрабатываем технику, производим монтаж, сборку, все делаем в Чебоксарах, получается. Мы местная компания полностью. Также наше предприятие входит в инновационный электротехнический кластер Чувашской Республики, и совместно с кластером мы, соответственно, участвуем также в различных выставках вообще по всей России и даже за рубежом. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что такие предприятия должны постоянно модернизироваться, чтобы составлять достойную конкуренцию на современном рынке. Сейчас в ассортименте ООО «Элма Электроникс» более 600 тысяч компонентов для любых устройств. Здесь представлена продукция наша, очень малая часть того, что мы производим и поставляем. Вот здесь вот компоненты, диоды, все то, что используется в электронной промышленности, такие как осветительные приборы, шкафы и так далее. Сегодня на выставке я интересовалась светодиодной продукцией и очень рада, что нашла ребят, которые занимаются производством и смогут помочь в моих потребностях. Предприятие находится у нас в Чебоксарах, что позволяет удобно, быстро, в кратчайшие сроки получить необходимый заказ. Ассортимент достаточно широкий, все было понятно. Они ответили на все вопросы, поэтому буду теперь работать только с ними. Предприятие с каждым годом наращивает мощности. Появляются новые рабочие места. Здесь ждут квалифицированных специалистов. Одни из самых востребованных – это выпускники ЧГУ имени Ульянова. А мы с радостью берем специалистов с университета.